Мои прекрасные зрители, наше вам здрасте из Одессы. Сегодня воскресенье, и мы собираемся на прогулку выходного дня. Обычно всегда по выходным, в субботу или воскресенье, мы выбираемся из дома, чтобы развеяться и сменить картинку. И вот мы традиционно минуем район Аркадии, сворачиваем на Французский бульвар и подъезжаем, та-дам, к Ботаническому саду. Слушайте, еле нашли место тут для парковки. Тут реально аншлаг сегодня. Это что, там так много народу сегодня в саду? Так, вот и парадный вход в Ботанический сад Одесский. Юра пошел за билетами, а вот прямо здесь продаются какие-то цветочки в горшочках. Плющики маленькие совсем, лавандочка, бересклетики, все очень-очень маленькое. Наши одесские скамеечки стоят, и мы идем по центральной аллее. Здесь ярмарка хендмейд традиционная. Всякие интересные вещички. Но как-то к этому я уже подостыла. Там фотозоны интересные. Потом пойдем посмотрим. Мыло, бижутерия, все как обычно. Игрушки вязаные. Картинки. О, а там что, какая-то зона отдыха, вон, в шезлонгах. Лаунж-зона такая, там музыка, видимо, будет. А вот эти ж барабаны, из которых извлекают странные звуки. Еще один павильон тут очень красивый, но он какой-то заброшенный. Налево-направо сюда идем. Лаванда, смотрите. Хоть и небольшое поле, но лаванда. Там с дорожками. Да, там внутри дорожки специально, чтобы люди ходили. Красота какая. Проблемна науково-дослідна лабораторія ґрунтових та ґрунтів та охорони ґрунтового покриву Чорноморської зони. От що це за павільйон. Що бабаська? Ну тут красиво, конечно, девочки фотографируются все в таких романтичных позах. Специально пришли, знали, что здесь лаванда есть. Я, например, не знала. Я не удержалась от соблазна, чтобы тоже сфотографироваться. А тут такой лабиринт внутри из дорожек, а его внешне получается не видно. А вот так вот идешь себе, и одновременно будто бы и в поле. И одновременно и лаванду не топчешь. А вот так вот смотрится, как будто бы ты стоишь в лавандовом поле. Интересно.
Тут есть и заброшенные участки, и есть и культурные. И вот фонтанчик, его, по-моему, реставрировали, поставили там какую-то фигурку, и растут водные гиацинты, насколько я вижу. Аделя полезла водички попить. Точно, гиацинтик. Нет, это карпу кои. Да? Карпу кои, да. А вон лягушка сидит. Ты видишь лягушку вообще? Да. Угу. Симпатичная вот скульптурка. Тут музыка какая-то будет. Смотри, какой огромный дуб. Просто да. Такое дубище. А какие бы истории их арест, да, у нас? Да, у нас бы посадить на участке в Закарпатье бы такой, он полностью бы накрыл собой, и была бы тень и красота. Я тебя первый раз вижу на таком. Вот какая аллея с могучими пахнет деревьями. Пахнет? Да, но пахнет зеленью и цветами, конечно, чем здесь еще может пахнуть. Хотя это, в общем-то, центр города. Вот такой оазис зеленый. А что это за дерево? Сейчас посмотрим. Это ж не дуб, это уже... А, ясень. Ясень звычайный. Ясень, колоды позабирать. Ага, колоды такие ясень, замечательные. Классный. Вот уже и многоэтажка тут стоит. Да. Это из новых домов. Не так давно их построили. Да. Мы вышли на розарий. Первая арка в виде сердечек. Остальные такие все полукруглые, анфиладой сделанные. Уже неужели уже отцвели? Как-то маловато розочек на них. А смотрите, что мы нашли тут на входе на эту аллейку. Я бы не обратила внимания, это Юра сказал. 2801 роза, подаренная Сергеем Валентине на серебряную свадьбу в знак любви и уважения. Декабрь 2015 года. Видимо, где-то здесь эти розы растут. Может быть, это они все, 2000, сколько-то там роз. Уже расцветают гортензии всякие, всякие. Вот дуболистная. Вот очень много метельчатых, а широколистные уже цветут. Ну и розы. Розы, розы. И романтические сцены под розовыми арками. Слышишь, Юра, как ты думаешь, неужели это те самые 2000 с лишним роз, которые он подарил на серебряную свадьбу своей любимой в знак любви и уважения? Да, отцвели. Отцвели. Смотрите, все уже отцветшие. Но сорта роз мы определять не будем. Стоять, гадать. Просто будем смотреть и любоваться. О, а тут целое поле. Розочек. 2702. Юрка, розы 2700. Считает. 2703 уже насчитал. Вот, наверное, тем людям, кто там живет, красивый вид на ботанический сад цветущий. Да, там вообще красивый вид. И на море с той стороны красивый вид, и на парк с той стороны. Только а здесь на... Ничего с морем. Басишь весь дом без стекла. Посмотри, вот этот же это дом, да, точно. Вот в него же был прилет где-то с весной, а да? Там, вот там без стекол, без ничего. Это с той стороны, а? Где... Угу, где дворец спорта. Другой дом. Боже, там, капец, какой.
Да, пока не прилетает, то вид, конечно, хороший. Такие огромные розы, я не знаю, что это за сорт. Сама сказала, не буду гадать, а сама подошла, но потому что не просто огромная. И все-таки красиво, когда розы посажены массивом. Много-много кустов одного сорта. А что это за баскеты? Я думала, сначала похоже на чистец. Но это не он. Вот он как цветет. Я даже не знаю, что это. Никогда не видела такое растение. Листья бархатные и с белой полосочкой по краю, с окантовкой. Кто знает, что это, напишите, пожалуйста. Никогда не обращала внимания, какие у магнолии плоды. Такие твердые они. А вот это скумпия пушистая. А это что? Это что, тоже магнолия? Но по листьям похоже, что магнолия. И по цветочкам похоже на магнолию сталату. Но она, во-первых, она цветет уже как бы и не вовремя. Магнолия уже отцвела. Она вся в таких цветочках. Может быть и магнолия. Где-то же должна быть табличка. Таблички нету. Цветочки просто прелесть у нее. Небольшие. Да, вот с этой точки прямо дом после прилета очень четко видно. Окна заколоченные, завешенные. И с этой стороны вот тоже, где была ударная волна. Вот прямо на этот край вот так вот и попала. И тут Юру поразил столбняк, потому что он увидел свою любимую павловню. Только молодой, видимо, сеянец. Он только вот это вот этого года, скорее всего. Я не думаю, что он прошлогодний. Он же растет. Ой, посмотрите, я не знаю даже, как снять это величину этого листка. А ну-ка, попробую вот так. Вот, рука моя. И вот лист. 50 сантиметров, наверное, в ширину. Юра мечтает такую посадить у себя в селе, чтобы накрыло тенью весь участок. Иногда такие нехоженые дикие дорожки попадаются. Чувствуешь себя одним единственным в этом парке. Смотрите, какие грибы. И вот там еще один. Это ж надо, природа такое делает. А тут, между прочим, цветет дрог. Юра от дуба набирается энергии, подпитывается. Аж заснул. Аж заснул, да. А вот мы забрели в бамбуковую рощу. И Юра, по-моему, там где-то уже заблудился, потому что что-то он там мне кричит из глубины. Ого! Что-то нашел, говорит, дивись. Ой, посмотри, какой толстый! Посмотри! Ух ты! Вот это да! Ему не видно и края там в небе. С кучей всего можно делать, и кровати там, и все что. Ой, вот он где. Ничего себе. Какой красавчик. Сколько ж он метров тут, интересно? Все, и так, наверное, уже 1,8 м. 1,8 м точно. Вот странное растение, трава. И чаще мы забрались. Тут поваленный этот бамбук, он как водосточная труба.
Идем, Адель, а тебе там не страшно? Ух! Пошли! Пока мы гуляли, нетрадиционные музыканты уже начали свой концерт. Медитируют люди, сидят. Адель, выйди с кадра. Такая довольно приятная медитативная музыка. Тут мы с Юрой незаметно для себя зависли на этой поляне под большим развесистым дубом на довольно длительное время. У всех этих людей, медитирующих на зеленой траве, было выражение спокойствия и расслабленности. Мне тогда подумалось, должно быть у них очень здоровая психика, раз они умеют так расслабляться, наслаждаться моментом и радоваться тому, что происходит здесь и сейчас. Вот таким был наш выходной воскресенье 9 июня 2024 года.